Денис Майданов считает себя практически коренным жителем Одинцова. Живет здесь с семьей уже 12 лет. Обо всех проблемах округа знает не понаслышке. На встрече с жителями и трудовыми коллективами деревни Захарова рассказал о некоторых из них. Например, для строительства нового дома культуры в Одинцово предлагает привлечь частные инвестиции. Здесь мы частный инвестор привлекаем, который нам строит 30 тысяч метров. То есть там можно укопаться вниз, подняться вверх там на 7 этажей, влево-вправо расшириться. И предоставить нашей молодежи современные хорошие квадратные метры. Новые аудитории, новые территории, новые технологии. Особый акцент Майданов делает на молодежной политике. Считает необходимым предоставлять рабочие места не только выпускникам вузов. Старшеклассники должны получать профессию еще в школе. Будучи деятелем культуры, переживает за сохранение русского языка и отсутствие цензуры в интернет-пространстве. Конечно, частично это должно быть в культуре, чтобы мы могли действительно достойные произведения слушать и не было никакого мусора, чтобы русский язык сохранялся. На сцене этого зала Денису Васильевичу выступать не приходилось. Но от самого здания Дома культуры и радушного приема остался под впечатлением и обещал вернуться. Полина Бахова, Виктория Максюта, телекомпания «Одинцова».